каждом человеке, Павлович говорил, заложена маленькая крупица справедливости. Есть единственный способ управлять людьми. Найти в человеке эту каплю справедливости и раздувать ее до бесконечности. Других способов управления людьми не существует. Все остальное сплошное надувательство. То есть все управление людьми — это справедливость. Ничего больше. То есть эксплуатация, по сути, обучение человека справедливости. Это вот весь менеджмент. Другого нет ничего. Но чтобы человеку жить, существовать, еще что-то там делать, у него вся жизнь — это задача. И человеку прежде всего нужно что? Объяснить, что отсутствие результатов, отсутствие реализации, отсутствие делает его что? Идиотом. То есть он становится больным человеком в силу того, что не может справляться с задачей. Давайте приведу пример, вам сразу станет понятно. Надо мне, хочу я машину купить. Ну, какую-то, да? Например, Мерседес. Ставлю себе задачу и не могу ее купить. Я обижен, расстроен, как бы мне плохо. Потом еще одну за опять не могу купить. Опять. В конце концов, мне кажется, что я уже ничего не могу в этой жизни. Не то, чтобы Мерседеса купить, даже хлеба пойти купить. В конце концов, я становлюсь психом и попадаюсь в психушку, понимаете? То есть жизнь человеческая — это задача. Поэтому сначала мы человека что? Координируем.